товарищ начальник из Кремля, возьмите трубку. Да, Ломов. Ледоколы третий день в базах. Есть. Проверю. Эскадрилья Орлова на месте. Со вчерашнего дня. Вызывает пункт номер 8. Да. Дирижабли? Да, разумеется. Хорошо. Пункт номер 2 вас слушает. Алло. Ломов у телефона. Товарищ Батурин, выезжайте через 2 часа проверить связь по всему побережью. Особенно рации номер 7. Самолеты высылайте в 5 часов по вашему времени. Поняли? Хорошо. Я сейчас выйду на аэродром. Начальник здесь? Здесь. Что-то кран, товарищ Саман. Брат здесь? Клим еще дома. Спит, согласно вашему приказанию, товарищ начальник. Я по личному делу, товарищ начальник. Разрешите? Пожалуйста. Я, товарищ начальник, хотел попросить разрешить, товарищ начальник, присутствовать при подготовке самолета к старту. Я мог бы помочь, брат. А что же вы думаете, брат один не справится? Нет, я не то хотел сказать. Брат, конечно, справится. Вот я и вижу, что вы не то хотели сказать. Ну что ж, побудьте с братом. Может быть, вам самому скоро придется к большому полету готовиться. Присутствовать при подготовке можете. Есть присутствовать при подготовке? Минут через 40-50 Клима надо будить. Ешь, Василий Иванович, ешь. Сегодня ночью ездишь. Машина готова, товарищ начальник. Хорошо. Василий Иванович, мандарин ты забыл? Ну, возьми на дорожку.
Ну, мать, до завтра. Я тебя в одну щеку поцелую, в другую. Ну, еще раз. Пирожков, ты возьмешь, я тебя заверну. Нет, мать, не надо. У нас в корабле запасов много. А зачем же тебе запас-то, коли завтра воротишься? Ну, знаешь, как-никак, вокруг земли лечу. Вдруг сесть придется где-нибудь в пустынном месте. Так ты больше городов держись. И им будет лестно глядеть, как большевик летит. Верно, мать, верно. Ты вот что, пирожков-то мне сейчас не надо. А вот завтра встречай пирогами. Вернусь с товарищами, ну, тогда, брат, держись. А круг к земле до завтра облетишь? Облечу, мать. Вот ты у меня какой. Отца-то нет. Погордился бы. Ну, а завтра? Мама, ты только Лизу не пускай встречать. Ладно, пусть дома сидит. Ладно, ладно. А? Ладно. Ну, Лиза. Счастливый. Ладно, ладно. Чудно даже. Ты это или не ты? А ты пощупай, чтобы не было сомнений. Нет, Клим, ты не смей. А? Ведь это раз в жизни бывает. Ну, положим. Это еще будет. Много раз. Да. А вот ты-то сегодня первый летишь. Ты понимаешь? А? Вокруг земли первый. Послали б тебя, и ты пошел. Смотрите, не забывайте о нас. Еще раз напоминаю, не реже, чем каждый час в течение всего вашего пути мы будем ждать ваших радиограмм. Не забывайте о миллионах ваших друзей. Мало того, вся страна с волнением будет караулить каждое ваше слово оттуда. Ну, кажется, все. Счастливого пути. Прибор проверили лично? Да, лично. Нагрузку? Так точно, товарищ начальник. Инструкции при вас? Да, при мне. Хорошо. Thank you.
мечтаете о втором полете? Что ж, очень может быть. Провожаю. Коля, курс? Поправки внес, идем точно. Легли на курс. Ну, воюем, друзья, товарищи. Прибавляю обороты. Ах, какая машина. Такую машину человек мог придумать только рано утром. И обязательно весной. Правильно. Маленькой поправкой. Машину Николай Петрович осенью конструировал. А так все правильно. Как от земли оторвались? На взлете-то? Вела себя как друг товарищ. Что она маленькая, что ли? Не понимает, кто на ней летит? Отстают. Слушайте, мне нужно с вами серьезно поговорить. Пойдемте, пройдемся по улице. Вы с ума сошли? Ведь 5 часов. 5? Ну да. Аня, мне обязательно нужно с вами поговорить. Что, сейчас? Да, сейчас. Пожалуйста. Ну, войдите. Можно открыть? Анечка, вы простите меня, что я к вам так рано. Но вы понимаете, улетел. Подожди. И он обещал мне. Нет, почти обещал, что второй полет вокруг Земли мой. Слушайте, Саш, миленький, ей-богу, ничего не понимаю. Прилетел в 5 часов утра гулять. Ну, куда нет, я? Нет, гулять. О ком вы говорите? А я хотел... Кто это он? И потом, почему вы летите вокруг Земли? А Клим? А Клим уже улетел. Улетел? Да, час тому назад. А, так вот почему вы... Да-да, да, Анечка. Вы понимаете, второй полет вокруг Земли мой. Анечка, родная моя, я так люблю вас. Я буду тренироваться, как лев. Вы будете гордиться мной? Буду. Будете, Аня? Ой! Что? Больно. Москва. 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 Я победа. Я победа. Москва. Тише, командира разбудишь. Москва. 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 Прямая по телефону слышно. Москва-то мне нужна или нет? Москва всем нужна. Вот опять. Москва? Я не спал, давай. Что Москва? Есть Москва!
слышно? Голос бы хоть услышать. Кто говорит? Алло! Алло! Говорит Москва. У микрофона Ломов. Ваше сообщение слышали хорошо. С радостным волнением слушал ваш голос, товарищ Горелов. От имени всех трудящихся нашей великой Родины передаем всем вам горячую любовь, приветы и пожелания дальнейших успехов. Жду сообщения о работе всех агрегатов. Впервые установлена прямая телефонная связь со стратопланом. Экипаж сообщает, летим хорошо, уверены в победе. Самойлов, Гудяшвили, Горелов. Океан и океан кругом. Ни одного острова не видно. Горелов, ты кончил? Где мы летим, точно? А что, если бы я сказал, дорогие мои друзья... Мировой рекорд побит, а? Побит. Затем летели. Международные рекорды скорости и дальности беспосадочного полета в стратосфере побиты героическим экипажем стратоплана «Победа-1». Земля опоясана советской трассой. Стратоплан продолжает путь к Москве. Quel instrument ces pilotes soviétiques qui battent tous les records internationaux? Oh nom d'un dieu, qui nous le montre bien comment il faut s'y prendre? Il nous montre bien, je vous le dis. Qu'il vient s'y frotter, Hitler, The United States of America and the Soviet Union leads in the latest technical achievements of aviation. Собирайся сына встречать. Да собралась уж, собралась. Лука Иванович, близко? Оно-то не близко. Часа два по расписанию. Лизонька, ты без меня никуда не ходи. Ну, до скорого. Мама, когда совсем близко будет, позвони. Позвоню, Лизонька, позвоню. Никогда такого не видел. Очень странно. Как пожар. Электрический разряд, очевидно. Горелов, держать связь с Москвой. Сандра, масло, давление. Есть, товарищ командир. Горелов, передай Москве. Попали в зону сильных электрических разрядов, неизученного характера. Работа агрегатов зажигания мотора нарушена. Вынуждены идти на посадку. Товарищ командир, не дышит.
пойду вниз, если что-нибудь немедленно вызвать. Есть. Позовите меня, товарищи Фомина, а сами останьтесь с ней. Есть, товарищ начальник. Ты меня звал? Я? Ну? Ты зачем Арину Тимофеевну привез? А что такое? А вот что. 40 минут тому назад неясные сообщения, но об опасности. Связь потеряна. Где стартоплан, что с ним, не знаем. Когда наладим связь, тоже не знаем. А ты? Ясно? Ну, ты уговори ее, что ждать здесь бессмысленно и утомительно. Увези ее домой. Товарищ начальник, просят? Да-да. Береги. Ну, валяй. Ты что это? Ты точно из бани. Жарко. Тут не только трех часов не выдержишь. Ой, Африка. Знаете что, мама? Сядем в машину, да поедем до лесу. Оно и время пройдет. Ты узнал, Клим-то близко ли? Да я узнавал. Ну? Оно и близко, часа четыре пройдет. А что ж, задержка, что ли, вышла? Да, задержка. Так я и говорю, мама, сядем в машину. Ты что ты меня гонишь-то? Ой, мама, я гоню. Душно тут. Рано собрались, Арина Тимофеевна. Ну как Клим-то? Летит героем. Маленькая задержка вышла. Но оно и понятно, путь далекой. Товарищ начальник, я вот и предлагаю, сядем в машину, да прокатимся. Правильно, по-моему, а? Арина Тимофеевна, как? Да я что ж, я, пожалуй, поеду. Товарищ начальник, вы решите? Да-да. Ну, до скорого свидания, Арина Тимофеевна. Победа. Я Москва. Я Москва. Отвечайте на волне 26. Победа. Я Москва. Я Москва. Следим. Победа. Лука Иванович, вези-ка ты меня домой. Ну вот хорошо. Поворачивай к Самойловым. Пристегнуться.
Вас не обнаруживаем. Сообщите квадрат нахождения. Победа! Победа! Вас не обнаруживаем. Я Москва. Вас не слышим. Победа. Победа. Я Москва. Я Москва. Вас не слышим. Вас не слышим. Отвечайте. Я Москва. Сообщите квадрат нахождения. Не обнаруживаем. Отвечайте. Клим? Клим? Где? Да нету еще Клима-то. Ну чего ты уставилась-то? Чего ты уставилась-то? Сейчас беда, Клим-то задержался. Ну, дорога-то дальняя, ну, вышла задержка и все тут. А я не стал там дожидаться. Чего я буду дожидаться? Духота, жарища. Я к тебе поехала. Ну, по телефону скажут. Ох. Да что ты в самом деле? Ну, иди, ступай. Кричат у вас? Вот хорошо. Звони, вот номер, вызывай доктора. Лиза рожает, и скажи, что дома придется. Вот телефон, а я к ней пойду. Так скажи только скорее. Отдохнули. Спасибо вам. Теперь-то ж мы управимся. Ничего. Саня? Все благополучно, Мань. Клим сел у Камчатки. У Берингового пролива. Ранен только. Санюшка. Ничего особенного. Санюшка, насмерть. Виноват. Где у вас ванна?
внуком поздравляю вас. Вы прошли бы к ней. Лизонька, плачь все от радости. Здесь? Да нету. Лежи. Лежи спокойно. Нету. Сейчас расскажу, все расскажу. Ну вот, Лизонька, сел Клим-то. У Белого, либо это у Берингова моря. Я уж не упомню название-то. Ну вот, раненые есть. Но еще не дознались, кто раненый-то. Может, Клим. Только мне трудно раненый-то. В руку или в плечо раненый. Жив. Жив, Лизонька. Жив. Он, Лизонька, через неделю приедет. А может, и долее. Поездом ведь поедет. Но, коли пароходом, так еще долее. Самолет захочет взять. Он ведь знаешь, какой. Мальчик. Он у тебя в отца должен быть. В отца. Вот как мои сыны. Что ты, Макс? Сыны. Вот, Лизонька, плачь, все. Ты матери сказал? Да, она сейчас пошла к Лизе. Ты, друже, держись. Лука Иванович, мне теперь одно, Клим, его дело. Я всего себя положу, а дело его закончу. Елизавета Михайловна, как она, как ее состояние? Мы хотели бы Арину Тимофеевну и Елизавету Михайловну повидать. Не помешаем? Товарищу Ломову. Товарищи, вы знаете, наши отважные летчики побили мировой рекорд. Рекорд на дальность, скорость, высоту. Это последнее известие от них. Больше сообщений не было. Связь прекратилась. Если верить радиограмме иностранного судна, близкие,
дорогие нам люди погибли. Но мы не поверим случайному, а может быть и провокационному сообщению. Нам известно, что советские успехи не всегда радуют наших соседей. Ясно одно, что-то случилось. Мы должны все проверить сами. Мы знаем экипаж Победы. Знаем Самойлова, Гутяшвили, Горелова. Они не могли погибнуть. Мы найдем их. Мы приложим все наши силы, весь опыт. Мы вырвем наших товарищей из плена стихий. Товарищ председатель, прошу отправить на розыски. Прошу отправить меня на розыск. Прошу отправить на розыск. Прошу отправить на розыск. Застрял. А, солнце какое замечательное. Нам не на солнце в Москву лететь, а на самолете. Не сердись. Никогда такой красоты не видел. Разворотило. Черт, угораздило ж меня. Хорошо садились, камень проклят. Выправлять придется, Коль. Замечательная посадка, товарищ командир. Ай. К черту в зубы шли. Я думал, гроб чистый. Подломались немножко. На 3 дня работать только всего. О, держи, Сандра. Мне никогда так не посадить. А ты старайся лучше сажать. Правильно. Черт раздери, а, камень проклятый. Ну, я пойду там, товарищи, посмотрю еще раз. Расстроился командир. Конечно, обидно. Сада харчево суликом, кола мостыри ветребдим, сада харчево суликом.
Поет? Сейчас запоет. Хорошая песня прямо в сердце стучится. Экаши вардыше гдеше, Обладрали нам сулико, Куда вас пили, шерти бре, Сада харчено сулико. Куда вас пили, шерти бре, Сада харчено сулико. Совсем не поет. Долго я по свету блуждал, в поисках забрел далеко. Долго безнадежно я искал девушку мою. Сказал тебе, запоет! Долго безнадежно я искал девушку мою сулико. Ну, товарищи, там все в порядке. А вы что ж молчите, спеть надо? Вот что, я займусь колесом, а вы идите управлять стрингера. И смотрите, чтоб через 3 дня в Москве быть. А то, глядишь, через 3 дня Москва здесь будет. Заданная высота взята в расчетное время. В полете находился 1,5 часа. Никаких происшествий не случилось. Завтра вылетаем, товарищи, приказ. Вот завтра? Это дело. Когда? 6 часов утра. Сколько самолетов? Есть наш отряд. Группа какая? Наша группа. А наша? Все мы завтра или послезавтра, да. Ну как? Ну, сегодня здорово пробирает. А как управление? Очень хорошо. Ножно немного туговато. А приборы? Замечательно. Саша, а? На пару слов. Ломов просил тебя зайти к нему. Сейчас? Сейчас. Ладно. Ну, значит, с базой у нас все в порядке. Да. Посадочные пункты обеспечены. Это в порядке. План ваш полностью принимаю. Ну, по вашей части, сомнений нет, конечно. Все в порядке, товарищ Чан. Войдите, войдите, товарищ Саман. А я вас ждал, товарищ Саман. Думал, сами зайдете. Погляжу, нет его. Ну, дай, думаю, вызову. Тренировочные полеты идут вполне успешно, товарищ начальник. Не сомневался в этом. Ну, а как наши дела? В последнем полете, товарищ начальник. Как Арина Тимофеевна себя чувствует? Ничего, спасибо, товарищ начальник. Ну, положим, она женщина с большим характером. Ее, пожалуй, не скоро узнаешь, а? Да, иногда и вовсе ничего не узнаешь. Ну, а Лизавета Михайловна как? Лиза совершенно здорова, товарищ начальник. Да вы садитесь. Пищит, молоденец. Да,
пищит, товарищ Лаун. Так ему и полагается по штату. А как бы женщины на нас не обиделись, товарищ Самок? Как вы думаете? Они ведь этого не заслужили. Да, действительно. Только я, так сказать, не... Ой, какой вы непонятливый сегодня, а? Ну, Лизавета Михайловна родила. Мать. С ней все возятся теперь. Очень хорошо, когда мужчины в это время в доме. А мужчины на самолет только и вы видели. Вполне на нас они могут обидеться, товарищ Самок. Вы-то хорошо, свой, отвертитесь. А я? Что я им скажу, а? Добро бы еще была большая нужда вас послать. А вы знаете, сколько летчиков записались? Почти что все. Может быть, я не гожусь? Так вы прямо скажите. А когда это я с вами криво разговаривал, товарищ Самов? Простите, товарищ начальник. А на вопрос ваш отвечаю. Если бы не годились, не послал бы. Ясно? Да вы теперь как будто не посылаете. Кто это вам сказал? Да вы же сами. Так вот и сказал. Нет, товарищ Самов. Посылаю вас, как и посылал. Но только считаю необходимым вам сказать, что особой нужды в том, чтобы именно вам лететь, нет. И что неплохо было бы вам некоторое время с вашими побыть. Вот и все. Вопрос о вашем полете решите вы сами. Решите лететь, летите. А завтра скажете мне, как вы решили. Ясно? Саша, вот хорошо. Арина Тимофеевна ждет вас. Она очень вас любит. Ведь вы летите завтра. Она так любит вас. Чем старше становлюсь, вот тем лучше видеть стала. А чего бы это, Лизонька? А ты, мама, никогда старой не будешь. Может быть и так. Потому я в себе большую силу чувствую. Вот знаешь, Лизонька, есть такой цветок. Я не помню, как он называется. А только вот поливай ты его. Или совсем забудь о нем, не поливай. А он все цветет. Да, есть такие. А все-таки лучше поливать, Лизонька. Ну, беспокойная фигура у Саши. Весь ветер по швам разорвал. Вот все они у меня такие. Ай, приехали. Мама, а внук у тебя будет красивый? Да, да пускай счастливый будет. Красота второе дело. Будет счастливый. Помнишь, ты говорила, он отца должен быть похож? Да. Вот и будет в отца и красивый, и счастливый, и хороший. Хороший будет. Большевиком, героем. Героем будет. Вот и будет хороший. Ой, смотри, пузыри пускают. Мама, да ты счастливее на всех. Конечно. Можно к вам? Санюшка, ну, иди, иди, Санюшка, иди. Ну, мамочка. Санюшка, как же это так-то? Если ты мне сказала, что ты, значит, утром вылетаешь, а я послушалась в ночь, когда же я у тебя собрать ведь мамочка, не успею. Ты не торопись. Ну? Очень характер у тебя беспокойный. Да и беспокойный, ну, ты беспокойный. Да, что-то собрать-то мне тебя надо. Мама, я к себе пойду. Мам, какую мне Лому в машину дал испытывать? То есть такая машина, как человек умный. Вот, кажется, спроси ее, который час, сейчас же ответит. Может, у нее там часы привешены. Ты когда летишь-то? Ночь, что ли? Часы-то, конечно, у нее привешены.
Вот ты всегда смеешься. А и сам понимаешь машины. Нет, серьезно. Машина изумительная. Вот завтра начну испытание. То есть как это завтра? А что такое? Вот характер у тебя беспокойный. Да характер-то у меня точно беспокойный. Только на мой характер-то не надо много внимания обращать. Ты когда же летишь-то? А я не лечу, мама. Народ на поезде летит много. Тем более север я плохо знаю. А там главное дело, специалисты будут работать. Ну и к тому же испытания. Нет, мама, я окончательно, я остаюсь. Ты что же сам не хочешь лететь? Вот видишь, мам, как тебе сказать? Да ты говори так, как надо сказать. Или скажи, или подумай, а мать все равно поймет. Я очень хочу лететь, мам. Как же ты, Санечка, мог подумать, что я стану тебя удерживать? Что я не пущу тебя на такое большое дело. Как живете, Арина Петровна? Живу хорошо. Живу хорошо. Только вот некоторые люди завидуют мне, что ли, я чуть и понять не могу. Хотят меня обязательно в дряхлой старухе определить. Только, товарищ Ломов, я никакая не старуха. Вам, конечно, может непонятно, что я говорю. А вот мне очень понятно. Я свое советское звание, товарищ Ломов, в обиду не дам. Полетит Саша за Климом. Вот что. Я свое слово даю, что полетит. Опять дрянь начинается, товарищи. Волна больше метра. Женя, а как тут земля? Есть здесь? По-моему, начинается. Чем угощаете? Не говорит что-то особенное. Сережа, не томи. Подавать? Товарищи, я честно предупреждаю, если меня сейчас не накормят, я съем соседа. Самойлов, ты лучше отодвинь. Подождем начальника. Петя, Фомин с тобой был? Он на берегу, сейчас придет. Товарищи, от Мартынова что-нибудь есть? Фомин, сразу знаешь. Задержал, товарищи? Ну, да нет, садись. Ну, как ветер? Погано. От Мартынова есть что-нибудь? Да, полчаса тому назад получили. Идет над облаками, пробовал пробиться, ничего не вышло. Это то же, что у меня вчера. И
Из Москвы, товарищи, еще 6 самолетов летит к нам. Туманов летит? Летит. И Паша Рогов с ним. Да что ты? Что же, с испытания сняли? Сейчас всех лучших сюда бросают. Вот ты и посчитай, Саша. Ледоколы дней через 5 будут? Будут. Да мы с вами. Да отряд Рябова. Да еще 6 новых самолетов. Сила. Каждый клочок обыщем. А ну, что там такое? О, товарищ начальник. Пельмени. Пельмени! Забайкальск. Товарищи, Мартынов скоро будет. Всем на аэродром. Огни приготовить. Сережа, ты их в шубу, понимаешь, в шубу упакуй, понятно? Начальника где? Мартынова пошли принимать. Как он сядет? А ты что? Очень плохая погода. Буря идет. Ветер как будто бы. Хороший ветер. Туман разгонит, завтра обязательно в Москве будет. Завтра в Москве поплеемся, со всеми поцелуемся, в театр пойдем. Пойдем. Командир как раз к октябрину поспит. Тебе этот ветер, Сандра? Не очень, товарищ командир. Слушай, вот что. Да? Все веревки, какие есть, нужно собрать и крепить самолет. Так. А то здесь такие места, чьи сейчас буря может быть. Так есть. Слушай, да. А внизу много веревок осталось? Да почти все, товарищ командир, и рация там. Тогда вниз, бери Горелову и пускай. Есть. А то зальет водой, не доберемся. Thank you.
Чертова погода. Тихий океан. Действительно тихий. Решить дождик, начальник. Докладывай. Туман рассеялся, видимость хорошая. А ветер? Товарищ начальник, ветер порывистый, 8 баллов. Лука Иванович. Мое лучше. Ведь полет возможен. Подожди, Саша. Грачева приняли? Принял, товарищ начальник. Сел-то Николай Фомич очень хорошо. Вот при швартовке просто замучились. Ветер прямо в бухту. Волна сумасшедшая. Воздуха никого нет? Больше нет никого. Товарищ начальник, разрешите доложить? Да. Заданный квадрат обследовали полностью. Шины в высоте 200-300. Стартоплана не обнаружили. Здорово досталось. А. Сережа, чаю и ром. Да, погода. Хуже не бывает. Хуже вы, товарищ начальник. Ураган. Больно? Не очень. Шевелится? Работать вполне могу. Вот на гитаре уж не сыграю. Месяца на два. Правый элерон тоже помял, товарищ. А самое скверное крепление вырвало. Поврежден лонжерон. И чинить нечем. Да-да, нечем. Думать надо. Что ж тут думать? Если б профиля были. Люблю пустой разговор. Что они тебя, с неба упадут, что ли? Даже, наверное, с неба. Да, пожалуй, больше неоткуда. Ну, а думать надо все равно. Ты что ж приуныл, Коля? Это кто приуныл? Сам приуныл, она мне показывает. Я приуныл. Как вам это понравится, товарищ командир? Я приуныл. Может, накладку наклепать? Прав, Сандра. Как думаешь, Горелов? Прав. Разбираться его придется. На месяц работы без инструментов. А может и больше. А еды на 2 недели, а может быть и меньше. Один пакет смыло? Значит, в 2 недели сделаем. Правильно, Горелов? Конечно, правильно. В 2 недели. Слово даю, товарищи. Я же зря никогда не давал.
В две недели исправим. Молодец, Сандра. Ты что? Вот это летчик! Товарища Сталина. Я? Да, я мать Клима Самойлова. Что? Нет. Нет. Что же это? Что? Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо. Как? Лизонька. Что? Лизонька, что? Клим. Клим-то наш жив, Клим, да, родной. Молодец, Сашка, молодец. Посадка замечательная, смотрел. И как Лиза? С ним родился. Здоровый. Данюш, наверное, знает, радио полетел. Я сообщил координаты. Фомин через полтора часа здесь будет, и все товарищи. Да дай ты на него пощался на одну минуту. Товарищ, поздравляю вас с побитием мирового рекорда.
Рад, что первый могу это сделать. Мать Самойловы! Где? Гляди! Мать Самойловы! Да вот в автомобиле! Направляясь к Москве. Следите за горизонтом в северном направлении. Ну и молодчага за Самойлов. Ой, Зелесик. Вы все рязанские боевые. Если хотите знать. Ты, Губкин, прямо ему. Наш привет. Мы, комсомольцы завода имени Сталина, приветствуем вас, Клим Петрович, и что мы помним ваш первый рекорд на дальность. Да ведь первый был на высоту. Да что ты мне говоришь? Первый рекорд был на дальность. Он тогда за 36 часов перелетел в Игар. Ну? А вот второй, в 35-м году, так тот на высоту. Тогда еще он в 12 часов ночи... Вон он! Вон они, смотри, вон, вон! Много. Ну да, Александр Самойлов с ними, Амин Антонов. Дорогая ты моя, ну? Хороши у вас сыновья, Арина Тимофеевна. Чудеса делают. Да что ж за чудеса-то? Какое же тут чудо-то? Есть чудо, Арина Тимофеевна. В людях. Вот это ты верно говоришь. Нынче люди-то какие-то особенные. А ведь скажи, пожалуйста, отправляйся.